Добрый вечер, друзья мои. Ну что, все, я закончила засолку свою, скрошила два больших кочана. Такая вот у меня получилась засолочка. Вот сейчас постоит так, ну, наверное, дня два. Даст сок, так накрою крышечкой, закрывать не буду. Буду протыкать деревянной палочкой. Ну, сюда будет выливаться сок, я его назад отправлю в баночки. Дорогие мои, помните такие тазики, в которых мы раньше варили варенье, делали салаты? Такими тазами варенье варили, представляете? А сейчас у меня стоит пылиться на балконе. Ну вот, мои хорошие, вот такую работу я сегодня проделала. Надеюсь, что капуста получится вкусненькой. Друзья мои, а вот это утро следующего дня. Посмотрите, что получилось. Капуста дала сок. Я ее уже проткнула вот такой вот палочкой. Прямо вот до самого дна. Попробовала. Я уже ее проткнула, поэтому не буду несколько раз протыкать. Она дает сок. Вот так. Здесь вот я проткнула, ну сок тоже есть. Вот видите, вся капуста наполнена соком. Я попробовала ее, она прям такая хорошая, хрустящая. Вкусная. Не знаю, мне кажется, соли предостаточно. Ну, как я вам уже говорила, сахар я сюда не клала, потому что капуста это сладкая, и я добавила побольше. Ну, как побольше, обыкновенно, как всегда, моркови. Вот разговаривала вчера с племянницей, она мне сказала, что, наверное, 2-3, двое-трое суток, скорее всего, многовато. Она говорит, надо пробовать, и как только начнется немножко брожение, нужно ее убирать, потому что если она прокиснет, то вкусноты такой уже не будет. Вот я поэтому думаю, как же мне быть? Все-таки двое или трое? Как вы считаете, друзья мои? Ну что, хорошего всем дня. А мне хорошей вкусной капусты, дорогие мои.